Погнали, центральный коридор, будем ласхитить, будем денаить. Гиролет, давно на гиролете не играл. Пойдем в лес фармить. Опа, как вам дед фармит? Это тот самый дед, который рассказывает внукам потом, что он в свое время столько крипов нафармил. Да ты посмотри. Давайте. Там фарманули, тут фарманули, там забрали. И ГГ. Ну что, ребятки, начинаем next game. Посмотрим, что нам рандомчик принесет. Очень хотелось бы посмотреть интересную какую-нибудь игру, не такую, какая была первая, но посмотрим. Сразу галочки оффаем. Посмотрим, что выпадет. Гиролет. 83-я карта. Гирыч. 83-я карта. Гирыч. Ну, let's go. Что делать? Бальта опять у меня в игре. Ничего себе. Swap off. Ага, swap off мод. Погнали, центральный коридор, будем ласхитить, будем денаить. Гиролет, давно на гиролете не играл. Даже если честно, не в курсах. Ну ладно, разберемся. Разберемся, затушим. Гиры через... Ля, у меня оформление. Я за центов оформление с коржей. Насколько я помню, первый спелл здесь очень лютый. На 85-й карте он наносит 0.7 в секунду. Ну, там в 0, вот за одну ракетку 0.7, а тут 11. А там, по-моему, на третьем уровне только 11. Или на втором. Пойдем в центральный коридор. В актив какой-нибудь поиграем здесь. В актив. Через ракетницу. А ракетница, по-моему, на 85-й чуть получше. Ракетница. Посмотрим. Может, подсплэшем немножко тут, подстакаем. Let's go. Сейчас как задушим. Как же гиролет тут душит. Камон, что с этим гиролетом на этой карте не так? Я его убил просто за два рокет баража. За два баража убил, и все. Типа, это хускар, мидер будет, если что. Это жестко. Как говорится, хен не может забрать крипов у крипов. Пойдет. Так, хускар пойдет куда? Мид, да, идет? Хорошо. Посмотрим, как хускар себя проявит на миду. Ну, динайт я еще умею, хоть и 83-я, разницы нету. Давай чуть-чуть. Подамажу, дядь. Сейчас можно, кстати, запушить и зайти прям под тэшку убить его, я думаю. Сейчас да запушим, под тэшку зайдем. Хорошо. Батлыгу возьмем. Кура не скоро будет. Да, что-то с хускаром немного тут проблемки. У хускара немного небольшие проблемы в миду. Блин, но обе катки Бальтазар дропается за меня по рандому. К сожалению, это никак, ну, не поменять. То есть такой мод и бывает... Ну, оно как, рандомом раскидывает. Вот, и какая маленькая курочка здесь. Жесть. Пойдем на руну.
Надо руну забрать. Руну забрать. Ага. У меня нет, к слову. Совсем. Тогда вот так делаем. Гирыч тут немного блочится. Когда переключаешь кнопки. Я не пойду дальше. Куру нужно будет апнуть сейчас, наверное. Такой делей, кстати, тут неприятный. Давай, давай, давай. Ой, хорош. Дополнительный расходник возьмем. Чтоб на уверенных щах сейчас его задушить еще, этого хускара. Через единицу буду качаться. Если что, потом в роумы выйду. В роумы выйду просто. Пойдем батлыгу закидывать. Прям по тэшку, наверное, это очень нагло будет. Да. Поэтому пока не пойдем. Пока не пойдем. Гоу на топе руну чесить. Вардик ткнем на руну, наверное. Хотя половина моего варда уже прошло. Пофиг, поставим. Магнус, смотри, фарминги. Хорошо, ракетницу поставил. Но он умрет, по идее. Не умер, лол. Смотри, какие. Так, если что, хил есть. Да, три лоха, повар. Жесть, не перебил таки. Но такое себе. Такое себе. Очень жаль. И как этот Боник не умер там с такими хп? Один хп тупо там остался, наверное. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Думал, хускара перебью. Жесть, у него 4 левел всего был. Так, тпшку беру. Он, let's go. Тпшку берем, let's go. Фармим. Что-то 1 на 3 там вышел вообще не в тему. Хотя бы на шестом, да? Ой, не добил. Через фазы пойдем, как обычно. Фарм, конечно, тут намного медленнее идет. Жесть, у меня 22 крипа всего. Там на топе суета, да? Фазы отколотить нужно и двигаться по карте. Пойдем на топе соберем. Потом хуск пришел, да, уже? Сейчас он чуть хускар проапается, по идее, я уже не смогу его пробивать. На шестом левеле, по идее, по КД фидить буду. Но посмотрим, посмотрим. Это 83. Так, лес я не могу подстоять, да? Плохо. 450 надо на фазы. 500 или 450. Давай подеремся. Ой, как он его заруинил. А, хилка не нажимается. Хилка не нажимается. Но Магнус помогает. Магнус помог тут очень хорошо сейчас. Я его соло убивал. Соло убивал, Магнус помог. Ну, живучий, живучий хускар, конечно. Живучий. Магнус помог прям. Пай сгорит все равно.
Такое очень такая, если честно, тупая игра какая-то по ощущениям. Знаете почему? Потому что как-то, ну, уныленько на самом деле. В плане контроля вот это все. Очень оно как-то валкое такое. Очень валкий контроль в игре. Очень такая игра сама по себе валкая. Очень валкая игра. Очень такая она какая-то. Вот. Ну, она медленная, еще с таким, с поддилеем у меня, и, ну, сам по себе не кайф вообще, короче. Короче, я недоволен. 85-я более динамичная, прям по ощущениям. Так, гол Хускара душить. Че он там выпендривается? 6-й левел всего. Левел всего у пацана. Ух ты, смотри, смотри, что делает. Этот, конечно, Каолин здесь такой кринжовый на самом-то деле, если так задуматься. Вообще кринжовый. Так, вайпер вообще что-то тут загуливает. Хорошо, хилка, по идее, перебьет это все дело. Хилка перебьет. Вторая хилка. Хорошо. Ах ты, что за браконьерская иллюзия? What the hell? Ой-ой-ой, осуждаю. Это иллюзия, дядя. Пойдет. Стики. Стики взяли, побежали. Хорошо. Магнус там леса колотит. Так, вопрос через что? Доминатор стайки и поехала, наверное, по стандартику какому-то. Какому-то стандартику. Надо вообще дасты купить, бойника погонять немного. Вайпер очень жирный. Вайпер жирный очень. Бойник там 100 хп. Хуск идет еще. Мне бы руну. Было бы офигенно. Ох, РПХа какая. Мне бы руну. Хорошо. Очень жаль. Ну ладно. Этот умрет. Маску форманем. Все, гоу на базу. Очень медленно так фармится тут все. Прям по ощущениям такая динамика, знаете, как минус 3 динамика. По ощущениям, рили. Really. Вот хотите верьте, хотите нет. То есть на 85-й карте более как-то все резко, быстро. А тут как-то все более медленно. Все-таки очень так даже непривычно, я бы так бы сказал. Очень даже непривычно. Go mid. Хорошо, 11-й есть. Кого там стоит бояться? В принципе, в лейтгейме, я думаю, Хускара потяну. Главное собраться правильно. Что не такое? Манта, Буриска. Пока что фарма не особо. Но лайны никто не стоит. Давайте сделаем вот так вот. Делаем вот так вот. Я лес не могу подфармливать, легион подфармливает мои ближние кемпы. Ближние кемпы фармит парнишка на этом, на леге. Пойдет. Пойдем на руну. 6 там суета. Ай-яй-яй. Я, скорее всего, могу подойти, но под самые... Что-нибудь активное бы не. Активного, естественно, не будет ничего. Активного, естественно, ничего не будет. Сейчас попробуем, можно тут...
нету. Очень жаль. Очень жаль, что ничего нету. Я не помню, когда стики напалм даются. Вот сейчас БТР дал. Единица или двойка, сколько там стака светится на невидимом? Я честно не помню. Реально не помню. Бля бы даст бы не в КД, да? Вот кайф был бы. Так, сори. Хорошо, будем стакать. Тэшку я заберу, я думаю. По чуть заберем. Да, герой обходит. Камон, бро, ну ты что? Ля, какой забрал мой тавр, а? Тавр забирает. Так, ну мы хотя бы одну тэшку раскинули. Все, го. Манта некстом. Манта некстом. Так, вот этого сюда. I'm so tilted. 0-3, дядь. Ничего страшного. Все наладится. Так, погнали. Купим ресипи Яши на всякий случай, чтобы не потеряться по игре. В случае, если ганг будет неудачный. Магна. Магна, вайпер, жесть. Вейтинг. О, вот тут. Бойника с баража убил просто. Хорош. Просто Бойника с баража убил, чтобы вы понимали, насколько имбовая здесь эта способность. Бедный Бойник. Это ужас какой-то. Это просто ужастик. Про... Хорошо, Стуцкинг. А там зайдем, зафармим это все быстренько. У вайпера БМчик там. Наверное, после Яши БКБ сразу. И все. БКБ и все. Думаю, пойдет. Не пойдет, а побежит даже. На топе суета, жесть. Го на базу. Я иду топ. Так, 3 стака есть, да? Теневые колеса. Жалко, дастов нету. Теку возьмем. Жесть, какой близкий телепорт, жесть. Доска. Что там, бобник? Бегает, да? Мне, в принципе, ракеты ему закинуть и все. Хорош. Вот это серьезный оппонент с армлетом. Но в сайленсе, по идее, должны перебить. Нафига он его толкнул, не понял я вообще. Пойдем в лес фармить. По-моему, зря он его толкнул. Там же Magic Resistance настолько высокий, что, блин, жесть. Пойдем леса фармить. Зря я пошел, только стрик отдал. Фускара не перебить. Не перебить, только подстанивать. Но я думал, там хватит этого, сайленса.
Так, ну-ка, дед, покажи, как умеешь фармить. 83-я карта. И для фарма на деде. Опа! Сюда, дед фармюет, пацаны. Дед на фарме. Опа, как он, дед, фармит? Это тот самый дед, который рассказывает внукам потом, что он в свое время столько крипов нафармил. Да ты посмотри. Ой, жесть. Вот это, конечно, да. Пойдем, фарманем. Найс, как раз прокачано все. Тот самый дед, который фармит все, что движется. Да ты что? Этот дед, наверное, добил крипов больше, чем этот легион. То есть... Интересно, а фишка тут еще работает с промахом? Когда ты промахиваешься по крипу, то у тебя третий спелл, он апается, плюс один, плюс одна атака. Интересно, это работает еще? Гоу, БКБ. ТДшка. Гетбэкаем отсюда. Хорошо, что я стаки забрал. Не надо будет добивать. Хорошо. Так, мне чуть-чуть, по сути, до БКБ. Тайминги максимально хреновые, конечно. Ну, ладно. Я, наверное, второй раз за год на 83 играю. Второй раз за год. Второй раз за год, наверное. Может, даже меньше или больше, не помню. Прикольно, шаман нажал, он мой противник, и типа, don't worry, be happy, говорит. Найс, гениально. Пойдем душить. Не очень хочется вот этого пацана, но толпой задушим. Он меня толкает. Бро, я тебе что сделал? Но там Калин настолько конченый герой, что жесть. Я играл, у меня есть... есть этот... Есть видосик, как я играл на Калине. Это такой мусор, а не герой. Это просто ужастик. Камин. Иду, дядька. Ну, у меня есть БКБ уже. Сейчас БКБ будет до конца уже. Там уже можно будет заканчивать. Так, дядька, ты че там куришь? Че не стакаешь? Надо стакать. Ну, что-то Бальтазар. Ну, кстати, Гирыч это метовый герой 83, поэтому я играю на метовом. Хорошо. Гоу, БКБ. На базу заберем. По кайфу. Хорошо. Есть. Гоу. ТП-шку туда. Можно какой-нибудь крипа еще взять веселенького. Хорошо. Ух ты, гоу. Давайте. Эй, да я не могу пройти. Чикен! Опа! Рэмпейдж. Ай, хорош. Чикен. Чикен чисто. Убили, рэмпейдж. Нафига там челы офигели, когда с БКБ выходит Гирыч и просто такое разносит. Кайф, вот эту доту я люблю. По кайфу.
Отлично. Так, ну что, можно Т-шку забрать, я думаю, или нет? ПКБшка КД. Наверное, стоит после реса убраться, да? Как думаете? Я думаю, надо убраться. Блин, там Магнус, видели, в каких хп побежал? Опа, смотри. Look at this, bro. Look at this. Куда он убежал? Нагер, по идее, у него, да? Вот так. Хорошо. Approaching the sound barrier. They'll never hear me coming. How you doing? Oh, it's you. Маны маловато, конечно. По-моему, одной тычки хватит ему. Да, найс. Гоу туда. Сейчас поможем пацанам. Как он переармлить? Пойдет. Делаем просто стандартные манипуляции, типа. Там фарманули, тут фарманули, там забрали, и ГГ. Изи катка. Пойдем эншента фарманем, и можно идти заканчивать, я думаю. Даггер сейчас купим. С даггером никогда на 83-й на Гера не играл, но купим. В этой катке нужна мобильность. Чувствуется прям, не хватает. Ман-то есть, можно, в принципе, идти ломать их по чуть. Можно ломать по чуть. Можно идти по чуть ломать. Тут дед уже зарегенился. Жесть. Кайф зафармлено. А может рапиру просто в тупую сделал? Даггер рапира. Даггер рапира и ГГВП. По-моему, неплохо будет. Магнус, правда, может перевернуть. Ух, давай, 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 давай. Там он только сейчас Магнус как переверню. Ой-ой-ой. Так я побоялся, что Магнус залетит. Хорошо. Побоялся. Пойдет. Куска нету, гоу. Что душить по чуть. Ты. Все успевай делать, и подстакать, и задушить. То есть, что за кринж? Надо подвигениться. Хорошо. Пойдем на топе. Пуск идет. Толпой его примем просто, и все. Червилку. Беттер не успевает что-то. Чуть-чуть не успевает. Ты. Магнуса Лотар, вот оно чё. Вот почему Магнуса в игре нету, Лотар. Бро, даггер. На Магнусе даггер нужен.
Надо только рапирой заканчивать эту игру. Магнус с Лотаром. Давайте уйдем отсюда. Какой дед забавный. Давайте что-нибудь крутое. Буриску какую-нибудь возьмем. Да можно вообще рапиру, типа, тут, мне кажется, вообще пота нету в этой катке. Но Магнус просто одним РП может перевернуть, но у него нету дагера. Так что я хз. У меня БКБшка есть, опять-таки. 2, 3, 4, 5, 6. 6 тычек дал. По-моему, не работает, да? КЗ. Так, Магнус. Пойдет. Скайди, наверное, сделаем. Пойдем на базу, сходим. Так, раз, два. Че там, арба где? Все это в магазине, да, по идее? Да. О, они Рошана лупят, вот оно что. Рошана лупят. Вот это, кстати, неожиданно. Хорошо, тут заскочим. Не, сами справятся. Сами справятся, это ГГ. Бат заберет наверх. Так, вот этого типочка. Стакаем всю игру, стакай, кайфуй. Если мне кажется, я сейчас таких дров могу наколотить здесь с этим скади. С этим скади. Как это? Текстуре. Ты что там, дядь? Ну, мне только стоит один удар нанести, и все. Давайте вайпера. Чё нет? Так это ГГ. Там пацаны пишут, как 83? Да вот так вот, прикинь. Произошло внезапно 83. Произошло 83. Сейчас Demon Age и в рапиру. В рапиру только выход. Там можно поруфлить даже. Красиво закончу эту игру, ребят. Рапирку возьму. Я думаю, вы будете рады. Не забывайте поставить лайк за игры на 83-й карте. Я сюда редко захожу. И плюс лайк за то, что сыграл с Бальтазаром. Давно просили. Жалко, что по рандому не ВС раскидал, да, а за. Я, потому что имел интерес играть, поиграть в ВС, то есть против. Но, к сожалению, немного батюшка рандом подраскидал вот так вот, как сейчас в данный момент мы играем. Поэтому, ребят, не обижайтесь.
Первая игра была на саппорте, вторая на коре, 83-я карта. По-моему, неплохо получилось все равно по игре. Не кидай ничего мне. Хорошо, погнали. 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 Неужели я стаки не заберу даже? Так, что там по куре? Хорошо. Рампагу-то надо сделать еще, ребят. Что за дела? Колодец зайдем, рампагу оформить. Если успеем. Давайте здесь подфармим. Хорошо. Хорошо, гоу, рапира есть. 20 секунд ресы. Нейтрон ломают. 18 секунд рес. Боника можно сразу убить, желательно. Стой. Под БКБшкой я забегу. Под БКБшкой. Магнус тоже такой лотарный герой. Панда погибли. Так, раз. Поехали на рампагу. Камон. Камон. Ух ты, трипл килл. Ультра килл. Рампаги! Жесть. Ну, зашел на 83-ю карту, ребятки, сыграл с Бальтазаром. Ну, сами, короче, судите, что по катке. Я хз, если честно, эта игра максимально странная, как и предыдущая. Ну, и послушаем, что Бальта скажет. Come on. One more time. Let's go, bro. GG. No rampage, bro. No rampage. Жесть. Good game. Go, go, go. Come on, bro, come on. Next game, let's go. Ультра килл дэй, гайс. Ультра килл дэй. На этом будем, ребятки, заканчивать. Это были зарубы стримеров. У меня уже 3 утра. Сейчас быстренько смонтируем. И вы это увидите уже, когда там? Когда там? Октябрь, в ноябре. Или в декабре. По-моему, в декабре, в первых числах, наверное. Так что не ленитесь поставить луик. Если вам понравились эти игры, 83-я карта. Я его 83-ю вообще миллион лет не заходил, не играл. Ну вот, сыграли. Так что, судить вам, ребятки. Судить вам. Come on, bro, Балтазар is here. Let's go, bro. Ребят, не забывайте подписываться на YouTube, на ТГшечку обязательно, на ютубчик, на мой, на ТГшечку, на мою ТГшечку, на Хеназеса. Не забывайте подписываться. Хеназес, Азес 21. Come on, bro, come on. Не забывайте поддерживать. Буду очень благодарен, если вы будете заходить, залетать, кайфовать. Я буду реально очень благодарен. Также не забывайте про стримы в 19 по МСК. Кстати, вы заметили, что в этой катке меня никто не гангал. Что в прошлой, что позапрошлой. А это значит что? А это значит, что я играю не на своем стриме. Поэтому, ребятки, вот так вот. Вот так вот. Game is very, very good when you are not a play with a stream snipers. Вы поняли, да? Короче, по кайфу играть, когда нет стрим-снайперов, когда нету хейтеров, которые меня душат. Поэтому, ребятки, ну, как-то так. Как-то так. Come on, bro, Балтазар. I'm handling support for cups, guys. If you want to buy cups, you can message me on Instagram, guys. Yeah, yeah, yeah. Right now, I'm helping one guy, MP. MP is asking for help because he cannot purchase on site, so he wants me to help him to buy cups.
Да, не забывайте, ребята. If you also have problems, guys, with cops, message me on Instagram. Ну, он все сам сказал. Если нужны какие-то вам помощи... XN. No, bro. No more. No, bro. No sleep, bro. No sleep. I'm good. Sleep. Zanky is here. GG. Бальтазар сказал, если у вас есть какие-то проблемы с капсами, ребятки, с приобретением капсов, yes, Amir, let's go. Вы можете написать ему в Instagram, и он может вам помочь приобрести капс. Поэтому, ребятки, не забывайте, если что. Но также я еще могу приобрести, поэтому в ТГшке, если что, пишите. На этом все, ребята, давайте. Всем доброй ночи, всем настроения, всем хорошего дня, вечера, когда вы смотрите это видео. What caps? Я пошел caps отдыхать. For using on... Бальтазара замутим. Я пошел отдыхать, ребятки. На этом все. С вами был Ксеназ и до скорого.